У нас на очереди выступление Jolin Cai с ее мальчиками. Да, мы решили пораньше умереть. Потому что мы видели некоторые кадры оттуда. Да, Jolin Cai и Цзэи. Я уже... Не будем томить себя. О май гад. Вау. О, боже. Вау. Это только превью, о май гад. Ugly beauty. Вау. А, тот мой. Сунзелин. Гони. Я слушала эту песню, но она такая миленькая, а здесь она какая-то прям вся такая секси. У него голос классный. А, прелесть. Такая красивая выступ. Она классная, блин. Какая она классная. Такая маленькая. Голос красивый. Классно. Как мне нравится этот момент. О май гад, о май гад. Вот они, вот они. Here it comes, о май гад. Это как учительницы и ученики. Ну они по сути так же есть. Учительницы, как в школе. Она классная, да, реально. Такая маленькая. О май гад, это все? Какая она, боже! Она даже может украсть сердце у девушек. Не то что парни. Джинджеков. О, Синзелин, прелесть. Даже суровым он миленький. Да, так прикольно. Санзелин уже какой-то который раз в выступлениях пытается казаться таким весь сексуальным. Да. Но он все равно милый. Санзелин, ты милый. А, это возраст, так что ничего с этим не сделаешь. И Jolin Cai, о май гад. Честно, это, по-моему, первое выступление, когда я смотрела, обращала внимание больше на ментора, чем на парней. Вообще. Она реально офигительная, такая классная. Просто... Ее химия. Я в шоке от ее химии с другими парнями, учитывая, что. Офигеть, классно это было. Разница в возрасте-то все-таки как бы есть. А у нее прям реально химия чувствуется с ними. И это очень-очень круто. Прям. О, мне понравилось. Какая она классная. Мы тут. Я честно, я больше в восторге от Jolin Cai. Да, мы вообще, я впечатлена очень ей. Да, она классная. Ну, выступление тоже классное. А, кстати... Мы признаемся здесь... вам
любви. Да, мы... Да, я бы хотела оказаться на месте Заида. Обычно мы хотим быть на месте девушки, а тут наоборот. Ладно. Впервые, да? Да, мы просто шутим. Она просто реально классная. Не, ну просто, да, увидеть, станцевать с ней, это было бы круто. Да. Такая эффектная и классная. И вот этот момент с Заи, когда они практически поцеловались, о май гад, это прям было вообще шикарно. О, это еще Ван Хана нету, он не принял участие из-за болезни. Да, он должен был с ней, да? Да, он, по-моему, должен был в этой команде быть. Да, она в приюхе, как будто он был там. Мне кажется, с Ван Ханом у нее была бы очень хорошая химия, да. Да. Я прям жалко, что его не было. Но Заи она еще приметила в самом начале. Да, она же вечно говорила, это мой мальчик. Мой мальчик. Да, со своим мальчиком. И наконец она с ним станцевала. Своих мальчиков нужно держать поближе. Ладно, все. Окей, да. Спасибо всем. Вам понравилось.